Здравствуйте, девочки, здравствуйте, цыпочки. Привет, волкам. Привет всем, привет, орлам, волкам. В общем, мы собираемся сейчас на второй день экскурсии. Да, прогуляться. Еще. Прогуляться. Сегодня дождливо, пасмурно, ну, все затянуто. Сейчас перерыв, подожди, поэтому, я думаю, мы успеем. Да, поэтому я выложила вам быстренько вложек, чтобы вы тоже были заняты делом. Мы сейчас одеваемся, быстро ломимся, собираемся. У нас сегодня тут такая интересная будет экскурсия, мы покажем быстро, да, и квартиру нашу, и, в общем, там в пару магазинов заедем, потому что вы тоже удивляетесь и спрашиваете, какие-то вещи мы не покупаем в Пятерочке, в Магните, в Фикс-прайсе. И, собственно говоря, вот Александру мы сегодня покажем, какие у нас эти магазины, что они совершенно отличаются от тех, которые на большой земле, которые у вас в городах, они совершенно иные, знаете, такие а-ля рыночки какие-то. В общем, короче говоря, мы сейчас поедем. Буду снимать, беру вас обязательно с собой. Вы это время проведете с нами. Я надеюсь, вам интересно. Вам интересно, хочется верить и хочется надеяться, что предыдущая тоже прогулка вам понравилась. Пишите комментарии, чтобы мне было понимание, в том направлении я двигаюсь или не в том. Интересно вам вообще, в принципе, или вообще... Вообще ничего не интересно, ладно. Вот, приедем, будем заниматься тем, что хочу сделать мясо по-французски сегодня. Вчера мы рыбку не покушали, ну, всю нашу северную, потому что приготовили картофель, знаете, в ленте взяли брусничное мясо, шашлык в брусничном соусе, вот этот, да, в маринаде. Господи, какое оно было вкусное, вот правда вкусное, и на второй день оно просто мягонькое, сочное, в меру все. Нам очень-очень понравилось, поэтому в нашей ленте, в Ханты-Мансийске, шашлык в брусничном соусе мы можем рекомендовать смело. Вот честное слово, положа руку на сердце. Еще понравилось нам в соусе... Ой, мне нос еще течет. В соусе терияки с имбирем. Очень вкусно, безумно-безумно вкусно. Поэтому пробуйте. Я думаю, вам тоже понравится. Ну и все, поскакали. Я пошла собираться, одеваться. Этот товарищ со мной здесь лежал. Да, Сим? На руке. Мы вместе вам монтировали и выкладывали в ложек. Так что оцените наш труд по достоинству. Сим старался. Все, побежала. Друзья, приехали мы в центр практически. Здесь наш КТЦ, да, как вы помните, сейчас идет реконструкция. Меняют полностью фасады, окна, он начинает блестеть. Там у нас УВД, там центральная площадь, и мы прибыли в парк Лосева. Самое-самое первое здание, которое было красивое, иностранное, финское, построено у нас здесь, это вот бизнес-центр. Это был пятак, и раньше, если какие-то встречи назначались, у бизнеса. Ну а вот, собственно говоря, у нас парк Лосева. Мы проводим второй день экскурсии, гуляем. А это вот центральный парк. Ну что, пойдемте? И вот, по идее, вот эти фонтаны все, они должны работать. Но в этом году фонтаны не включали из-за пандемии. А зимой вот здесь горит подсветка таким ультрамарином. Такой цвет синий, очень-очень красиво. Слушайте, друзья, ну все, люди уже в куртках ходят. Уже холодно, уже все, осень. Вот здесь рыбки, муксуны, лещики, стерляди. Ну вот сейчас стерлядь не вижу, может она дальше. Может, на следующем будет. Видите? Не, а, это муксуны. Вот раз горбатый, это муксун. Так что... Вот, с собаками здесь нельзя, видите? Так что... Только высадили все цветы, и уже наступает осень-осень. Здесь была сковородка, дискотека. Все было просто не так. И мы сюда, в школы, ходили на лыжи, другие ждали. Да, мы так. Вот как раз, вот где там дорожка, вот там была лыжня, и она так овалом. Вот так овалом проходила, да. Да, и мы здесь это. Ну вот и мы. Ничего не было. На месте этого фонтана стояло чертово колесо. Ну и карусели здесь были. Здесь были некоторые карусели, но их, они такие. Вот я вчера говорила, на дискотеку идешь с центра искусств, оттуда вот сюда, да? До середины пути доходишь по этому парку, мошка хлобысь, и назад, и обратно. Так что
А, вот мы сейчас пройдем еще туда. Фонтан. Со сетрами. А, вот осетры вижу сейчас. А вот тут пропустили, что-то мы пробалякали, чем он там был. Вроде опять не слышно. Здесь стерлядь. Так, да, здесь стерлядь. Носатая. Да, фонтаны в этом году не рабочие у нас. Березы уже желтеть начинают, листва потихоньку да, сыпется. Сейчас он как включится, это соблюдайте самоизоляцию. Вот, а это фонтан как раз. Тут опять все собрано, все эти олени, волки, журавли. Журавли тут что-то делают. Какого хера вообще? Никогда в жизни здесь не было. А цапли у нас есть? Цапли везде. Может, это цапля? Ну, я вот не припомню нет. Цапли. А там чайки, да? Это гагары, походу, гагары, да? Наш фонтанчик. И ведмедик такой, видите? Такого в лесу встретишь и это. Рыбий хозяин. Ну, а с другой стороны, там есть текст. Волки. Слушай, волки немножко... Вот эти... Да. Эти реалистичнее, вот лось. Да, лось, медведь. Это. А волки как-то не похожи на волков. На большую лису. Да. Морда лись. И пропорции. Угу. У волка все-таки длиннее, немножко острее моська. А это музей нефти и газа. Вот там. Да, мы вот сейчас мимо него проехали, потом направо повернули. Еще раз направо. Тут рыська сидит. Савунья. Шумит листва. И гагары наверху. Такой ветер, знаете, не очень комфортный, я бы сказала. Я даже капюшон надела. Все. Все. Лето, все. Раньше надо было. Так, и сейчас как нам мост влюбленных, наверное, не знаю. Что, у нас замки не вешают? Вешали. Срезают. У нас этот мост перенесли. Вместе с замками. Вместе с замками. Тут он же был в этом валу. Угу. Ну, как тоже как-то его обвешали вообще. Его взяли туда за ледовое, отнесли там тоже какая-то проточечка, ручеечек какой-то. Ну у нас тоже раньше много вешали, а сейчас, видишь, сейчас и свадьбы как бы, ну, из-за мало этой всей. Было. Да. Ну вот, пришли здесь пруд искусственный. Ангелочки. Ну нет, что-то свадьба боится. А это пруд? Да, он искусственный. Там пробка стоит, его сливают, наполняют. Что уток нет? Все у нас? А нет здесь вообще. Вообще он не нет. У нас там березовец, он проточный. Смотрите, какой вид. Мы сейчас в сторону Захта пойдем. Но сюда приходят вот фотографироваться. Здесь на поляне. Ну да, тут такой вид, конечно, симпатичный. А это не прижилась, вот как бы беседка. Нет, нет, беседка, как этот, ну, как вот арт-объект для фотосессии, не прижилась. Там скорее сброд собирается. Посмотри, что получается. Под березой трава не растет, видишь? Ага, а почему? Я не знаю, видишь, семена. А там растет? Береза, она сама антисептик. А грибы? Антисептик, а гриб, чем питается. Мне кажется, условно, что это под березой. Делаущие. Вот хорошо проработано лицо. Воображает? Ага. Вот такая ротондочка. О, слушай, так это же облепиха, что ли? Нет, это... Нет, тальника, это ива. Ива, ива. Только она... Нет, спускает. Да, какая-то такая северная.
Ага. Ну вот из стальника же она вырастает. Да, 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 да. Верба вот это вот из этих. Филин красивый. Ага. Вот у нас разрешили им расписывать вот, в некоторых местах. И у нас тоже, но с тематикой, чтобы... Ну да, да, чтобы оно не было каким-то вульгарным. Вот, Игорь, мы с тобой тут фотографировались на свадьбе. Вот там. А, да, есть такая березка. Да. И вот тут, да, мы наяривали на лыжах. Самый нелюбимый урок. А. Очень не любила лыжи. Такой вот вид здесь открывается. Уже осенний, друзья, уже осенний. Ну и вот обещанный рецепт. В общем, противень. Взяла черный лист вот этот. Здесь взяла уже, отбила мясо, свинина, кориандр, перец, соль. Здесь порезала картошечку. Здесь майонез, сметана напополам все-таки сделаю, потому что с майонезом боюсь. И идет дальше лук. Выстилаю сейчас первый слой картошку, потом мясо, потом лук. Смесь, соус, и потом уже будет картофелем все это дело покрываться. Ну, как обычно, мясо по-французски, да? Так что вот такие вот дела. В общем, вот что у меня получилось. Единственное, что чуть-чуть не хватило картошки, но это вся картошка. А, мясо, лук, картофель, соус, сметанка с майонезом. И отправляю это в духовку запекаться. Потом с минут через 30. 40 добавлю сыр. Мясо у меня приготовилось с картошечкой. Все уже готово. Суши. Здесь у нас чебак разнокалиберный. А вот наши северные суши. Это стерлядка. Серединка вынимается, пока она мороженая. И естся с солью, с перцем. Вот так вот соль, перец. Здесь у меня малосольные кабачки и огурчики. Здесь у нас уже ясь, мы его поточили. И вот так вот выглядит стерлядочка. Вот сейчас мы ее вот так вот аккуратненько положим. Вот такая у нас вот сегодня вкуснота.